компанию одной из крупнейших в регионе сельхозкооперативов «Харп». Забой они начали 25 октября. Первая партия свежего мяса уже поступила в Наринмарский мясокомбинат. Другую часть СПК планируют пустить на реализацию среди местного населения. В хозяйстве уверяют, в этом году ожидается высокое качество сырья. Кочевники говорят, за лето олени нагуляли хороший вес. Сергей Журавлев от тех, для кого кормильцы тундры, пожалуй, смысл жизни. В этом году из-за низких температур убойная кампания началась раньше. Одними из первых стали СПК «Харп». Они планируют забить более 3000 голов. Оленеводы обещают, мясо будет вкусным. Андрей Литков – потомственный оленевод, и этим, безусловно, гордится. Из поколения в поколение передавались секреты оленеводства в их роду. Всю свою жизнь он прожил в тундре и знает о своем ремесле все. Вот уже 7 лет Андрей – бригадир первой бригады хозяйства «Харп». Сколько себя помнит, каждый год приезжал на Карали, чтобы присутствовать на забоях. Оленеводство, уверяет мужчина, труд тяжелый. В тундре человек остается один на один с природой и полагается только на свои силы и знания. Плохая погода, хищники севера, браконьеры – все это ярые противники кочевника. Бывает, трудности не везде есть, но так как мы привыкшие к этому уже, и мы живем так. Наша жизнь такая уже. Не нарушая традиции, свои знания в области оленеводства Андрей передает двум сыновьям. У их семьи есть свое личное стадо, уход за которым требует огромных сил. Времена меняются, и оленеводство, в свою очередь, не стоит на месте. Жители тундры отошли от привычных малец и пользуются более современной и удобной одеждой. Также покупается новая современная техника. Не изменяется лишь отношение ненецкого народа к своему сокровищу – оленю. Олень – это все. Я так скажу, что это все. Это наша пища, наша одежда. В этом сезоне кооперативом «Харп» планируется забить 3200 оленей. Это чуть больше, чем в прошлом году. Общая цифра поголовья оленей в СПК – 12 тысяч, не считая частных стад. Олени за лето нагуляли массу и полностью готовы к забою. В прошлом году «Харп», как и все другие хозяйства, потерял много оленей из-за происков погоды. На этот раз она была благосклонна. Сегодня забой стал почти безотходным производством. Шкуры нашего северного оленя обрабатываются и отправляются на экспорт. Сейчас мы находимся в цехе по засаливанию шкур. Шкуры предварительно очищаются от маленьких кусочков мяса. Затем все они помещаются в этот бочонок, где находится соляной раствор. Какой-то период времени они засаливаются, потом они все достаются и раскладываются на стеллажи. Всего в СПК «Харп» работает 7 оленеводческих бригад. Каждая к убойной кампании будет приступать постепенно. Первая уже отстрелялась. Сейчас на забое трудится вторая и третья бригады. При благоприятных погодных условиях хозяйство этот сезон планирует завершить в конце ноября. Сергей Журавлев, Леонид Шишелов, телеканал «Север», Красное.